Привет, меня зовут Артур. Мы продолжаем проходить Batman Arkham City. В последней серии мы встречались с Джокером. Ну, Шапочин, конечно. Увидели его в телевизоре. И сейчас двигаемся к нему на этом сталелитейном заводе. И нам нужно попасть внутрь через главную трубу сталелитейного завода. Это, по-моему, звучит маленько самоубийственно. Ну да что поделаешь. You know ну это прям офиги. Так, мне, видимо, туда. Хорошо. Блин, ты посмотри. The steam from the furnace will boil me alive. I need to cool down the coal somehow. А я знаю, я знаю. Так, долбим кнопку А. Отлично. А теперь, я так понимаю, мне вниз. Что-то не очень хорошо там. Куда я попала? Куда я попал? Да, это яд не очень хорошо закончится. Это бы плохо закончилось, если бы ты не был Бэтмен. Ага. Старые приколы. Насколько я помню, в прошлой части они им вообще повредить не могли. Так что стоим прямо на них и взрываем. Да, точно. Yeah, Joker wants you to think he's sick. Then wham, gotcha. I don't know, man. He looks pretty sick. You mean worse than usual? Shut up, man. Someone will hear you. Опять до хрена народу. Who cares? By the sound of things, he won't be around much longer. When that happens, I'm off to join up with Two-Face. I promised you some entertainment, right, boy? Please, I did my best. Обалдеть. Надо спасать докторшу. Да поскорей, желательно бы. А то там мистер Хаммер какой-то, мистер Молот. Не особо хороший. Тихо. Так, что, куда? Книговика. Так.
Блин, а как-нибудь можно схватить? Who was Holly talking about? А, это же просто понятно. Yeah, she found it pissed. How's he connected to Joker and all this mess? How should I know? She's always freaking out these days. Joker really must be sick after all. The steam is blocking the exit. If I follow the pipe back, I may find a way to shut it down. He's got something to do with all that crap back at Arkham Island. Так, труба у нас идет. You saw what happened, right? Так. Only what was on the TV. He was like some kind of freaking monster. He was, вот he так. Was huge. Пошёл. And next time we see him, he's all normal looking. Yeah, normal. Like he ever looks normal. Okay, whatever. He looked like the Joker. Yeah, it was weird. I don't buy it. Чё, this нормально? Is all part of Joker's plan. It must be. He's gonna be fine. He's just screwing with the bat. Так, давайте посмотрим. По-моему, ничего не произошло. Да, все еще дует. То ли оно не всегда попадает, то ли я не знаю, что. Что такое? Угу. Теперь, может, нормально будет. Да нет. Хрен поймешь. Да, бляха, муха. Быстрый батаранг, батаранг позволит метнуть три батаранга один за другим. А, левый триггер, блин, извиняюсь. Все, понял, извиняюсь, я маленько зацепил, просто кнопки перепутал. Ничего, бывает. So I guess we just shoot anyone who comes through that door without an 8-foot snowman, right? Добрый день. If he gets up, I'm gonna knock you boys down. Вы еще ящиками кидаетесь. Я тебе кину. Ой, блин. Что-то они меня в этот раз. На-ка обратно. This is going to hurt. Надо сосредоточиться. You need a bandage? Блин, меня вот тот вот парень с ящиком смущает. Иди-ка обратно. Понятно. Тут еще надо и направлять. Да, бляха, муха. Жестко. Детей у него точно больше не будет. Фу, ладно. What the hell are you doing here? You're supposed to be dead. Well, there's no way you're getting to Mr. J. We're safe and sound up here. You can just stay down there and burn. Так, хорошо. Alfred. Joker's holed up in the manager's office in the steel mill. I'm sure you'll find a way, sir. Of course I will. Some of his goons dragged a doctor away. I'm going to find her first, then deal with Joker. Так, понятно. Для этого мне нужно двигаться налево и отсюда. Ясно? It's a miracle. It was perfect. Oh no.
А это что такое там? Listen, if anyone asks about Mr. J, tell him he's fine. No, don't tell him anything. Well, tell him that you're not going to talk about it. And then shoot him in the face, okay? Ладно, ясно. Так, а тут у нас что? А это просто за окном стали литейно. Так, хорошо, пошлите. Сюда, видимо. Не совсем понятно, что там было написано. Вернуться за ними позже. Понятно, удерживать кнопку надо. I need to find a different way to get past Joker's men. Поверху никак. Going through this door would be suicide. Так-то да. Так, куда же мне идти? Видимо, он на этот конвейер. Больные люди всякие статуи делали из металлолома. Больные, больные люди. Блин, ну подросла игра, подросла. Насколько проработанной была Arkham Asylum, но здесь что-то прям вообще такой уровень, который в этом году мало какие игры показали. Так, вас трое. So, how many times have you really seen the bat? I told you, too many. And how many times did you pee your pants? Funny. Look, I'm sorry, man. I just can't believe you're so tихо. Scared of a man dressed up спокойно. Like Halloween. He's probably just an urban myth. Urban myth? A freaking urban myth? Yeah, and if he's real, he's mine. You can thank me later. Я твой. Дунк. Бородач. Так, больше никто не идет. Вроде все хорошо, да? Давайте тогда обратно спустимся. Хорошо, оттуда я пришел. Нам нужно двигаться сюда. Ага, понятно. Очередная посылочка от Харли Квинн к своим работникам. Что скажет? Молодец. Take this to yourself. But I think Batman may be here. If you see him, kill him. Hello? Is this thing on? Понятно. Самый прикольный, по-моему, персонаж это Харли Квинн. Харли Квинн, так-то. Так. Тихо. Хорошо, вроде все хорошо, да? Внизу никто не переполошился, наверху тоже. Так что все у нас в шоколаде. Delusional. I hope for your sake he's
right. Man, I really don't see what Joker sees in that crazy bitch. Любовь, любовь. А вот и наша, кстати, заключенная, которую надо спасти. Куда ж ты ушел, блин, а? Я только на тебя приметился. Anyone wants a piece of meat, step up and give it your best shot. Добрый день. Так, ладно, еще кто есть? Раз. Еще один тут ходит. Does that work? No! I've got this one covered! You got quiet out there. Stay here. I'll put you in line. Так, пошла проверка. If you don't stop him, I'll tell Mr. J. And he'll cut off your legs and make you tap dance. Так, какую кнопку тебя можно будет взять? Иди сюда, дорогой. Давай, давай. Блин, а персонажи-то как детализированно стали хорошо. Все так же открывается. Я не знаю, какой силы надо быть, чтобы болт такого размера сорвать просто. Ой, 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 ой. Тихо. Спокойно. You in there? Got a present for you. Тихо. Они гранатами закидывают. Stay quiet, doctor. I'll be back after I teach these punks a lesson. Давай, давай. Help me! Get away from me! Get away! Быстро развернулся. Ну ладно, тебе это не помогло. Пока что все просто. Насколько я помню, по первой части в начале всегда все очень просто, а под конец натурально становится уже. Наступает хардкор. Настолько там все мощно становится, настолько надо думать, продумывать каждый свой шаг. Скорее всего, так Please и здесь. Get me out of this thing. Да подожди. What? I'm busy. If you don't stop pressing that button, I'll... Понятно, I'll все то же самое повторяет. Ладно, so доктор, пора вас angry. Спасать, блондиночка. Give me a second. What's wrong with these people? That crazy woman thinks I can fix the Joker. What's wrong with him? There's something in his blood, some kind of toxin. It's killing him. He blames something called Titan. Titan? Yeah. Do you know what he's talking about? He kept going on about his last laugh. Doc. Isn't that information supposed to be confidential? What's happening? How does she know what we're saying? Get that door sealed up nice and tight, boys. We don't want that fireman escaping, do we? At least they won't be getting in. We're safe, right? Явно нет. Wait here, doctor. What the hell are you doing? I need to get out of here. Someone needs to stop Joker. Stay here. You'll be safe. You sure? If you hear anyone coming, hide. I'll be back. Дистанционный электроразряд выпускает в цель генератор или электромагнит, высоковольтный электрический заряд. Также может использоваться против врагов как нелетальное оружие. Круто! Так, где у нас генератор? Сюда, так понимаю, я не пройду, да? Хотя нет, прохожу. Видимо, мне он ту штуку надо. I need to get back after Joker. Ну, вроде тут спокойно как-то. Так, вот, похоже, у нас генератор, да?
Так, это было РБ. А теперь мы нажмем правый триггер. I should head back to the loading bay. It's the only route to Joker. Но мне, короче говоря, похоже, надо возвращаться, потому что это явно не то. Возможно, мне сюда нужно будет позже. Бэтмен мне подсказывает, что мне нужно вернуться к Джокеру. А то я сам не знаю. Ну да ладно. Quinn slowed me down. I need to get back after Joker. Да ладно, успокойся. Сейчас все будет. Так, хорошо. Давайте осмотримся. Эту дверь у нас заперли. Ну, само собой, она закрыта. Да сейчас, подожди. Так, что у нас это странное еще? Да блин, ну не надо быть таким навязчивым, а. Скорее всего, где-то что-то вот здесь. Мне так кажется. Но здесь у нас, по крайней мере, есть вентиляция, в которой, скорее всего, я и пойду. Quinn slowed me down. I need to get back after Joker. Хотя, может быть, и нет. Блин, а куда идти, а? Нет, тут то же самое. О, что-то нашел. Но это наверняка не то, что мне нужно. Но, тем не менее, давайте попробуем. It's the only route to Joker. Да подожди ты. Так. А, ну понятно. Ограничение движка, значит. Quinn slowed me down. I need to get back after Joker. Блин, я наверняка пропускаю что-то очевидное. Народ меня опять будет материть. Ну, Артур, это очевидно, начнутся сейчас возгласы. Возможно, что-то все-таки здесь. Блин, я не знаю. I should head back to the loading bay. It's the only route to Joker. А, вот, прямым текстом мне указали. Типа, ну что ж ты тупой такой? Ладно, хоть так. Так, подожди, ну куда ты полетел? Бляха-муха. Вот сюда, вот да. Да, бляха, ну... Ладно, отсюда будем стрелять. Все, пошли. Quinn slowed me down. I need to get back after Joker. Бэтмен, не раздражай меня, пожалуйста. Так, ладно, но она открылась, и я за нее рад. Что дальше? А, тут такая же. Я просто не знал, как они выглядят, так что я надеюсь, вы меня простите. Хорошо. It's not a plan. It's a suicide note. I'm not scared of him. The door's welded shut, and he's just some freak in a costume. Okay, then you stand in front. Why, you chicken? Would you two just shut the hell up and get ready? I don't like this any more than you do. But if we got one chance, it's that we all jump him. Together. What's the bat doing here? Да что-то херня какая-то, извиняюсь. Не особо-то и крутая вещь. Возможно, она прокачается. Ты
всем нарезал. Офигеть, это что творит? Блин. А, понятно, он сам включает, чтобы было видно. Так, все хорошо. Хорошо. Новый уровень. Что же у нас тут есть? Вот это я не пойму, это уже есть, типа, оно или... Да, похоже, оно уже есть, уже открыто, так что можно не волноваться. Так, по устройствам у нас есть обезоружить бэткогтем. В бою у нас есть специальный комбо, решающий удар. Специальное. Ну куда тут что такое? А плюс X. Давайте возьмем. Хорошо. Двигаем дальше. Protocol 10 will commence in 9 hours. Что за протокол 10, интересно? Так, ну и вот мы, насколько помню, выходим в зал с Джокером. Ну почти. Он наверняка уже куда-нибудь спилил, как это бывает. How did you get out of the smelting chamber, B-man? What did you build? Tell me, tell me! Holly, get back in here! I think I'm dying. Now see what you've done? Scram, B-man! Coming, Mr. J! Придурковатый все-таки, блин, но ничего смешные. Так, хорошо, вот на эту штуку у нас, похоже, можно использовать нашу мега-пушку. Или как? Я все правильно понимаю? Ага. Супер. Только нам, по-моему, еще раз нужно это все сделать. Потому что ничего особо не получилось. What's wrong with you, G-Man? You come into Mr. J's home and start smashing into pieces. Don't you know he's sick? Оп. Surprise, B-Man! Meet Mr. Hammer. He's gonna teach you some manners. Однорукий бандит. No place to hide, B-man. My boy will find you and beat the living crap out of you. Your mother won't recognize you when I'm done. Я думаю. Ой, валим, валим, валим! Первым делом нужно разобраться с этими хренами. Наша новая способность. Ой, блин. Да что ж ты не отпрыгиваешь-то, а? Надо привыкнуть к управлению. Надо привыкнуть. Какой злой, блин. Парень с молотком. А, бежим! Да что ж такое? Теперь-то мы тобой займемся. I will crush every bone in your body. You guys need to make sure you head apart this time. Hold still while I pound your face into the dirt. Блин, опасный поцк. Сейчас надо подождать, у меня здоровье-то восполняется, нет?
Потому что еще один такой удар, мне хана. I will leave you smeared across this room. Просто уработал. Get out of my way, Quinn. Leave us alone, B-Man. Just leave me with him. I said move. This is all your fault. You've hounded him for years, beat him to a pulp. And for what? Why are you so mean? Surprise! Ну ни хрена себе заход. You fell for the old fake Joker gag, Batman. Batter up! Не ожидал, честно скажу, не ожидал. Так значит, с Джокером все в порядке? Хотя не факт. Sounds like the detective will be busy with the Joker for a while. Good. Gives this kitten some time to play. So what next? Help tall, brooding, and handsome? Or help myself to all the loot Professor Strange has locked up in that vault of his? I know. Difficult choice, right? What will it be? Find Croc and have him rip a hole into the vault? Ask Penguin for some explosives? Not my style. I always prefer a woman's touch in these situations. Stay where you are, Ivy. I'm coming to get you. Плющ тоже здесь. Ну короче, ладно, этим всем. For my apartment. No way I can face Ivy without my things. I'd be naked without them. Блин. Короче говоря, увидимся в следующих сериях. Я думаю, на эту серию приключений хватит. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока.